Восточный мост, построенный около 30 лет назад, признан аварийным. Это произошло не только из-за низкого уровня его содержания, но и из-за отступления от проекта при строительстве. Но даже при этом объект по праву считается уникальным. Длина центрального пролета более 100 метров. Мало того, Восточный мост является важным объектом в Твери. Он соединяет Московский район с самым густонаселенным Заволжским. По нему же можно выехать на трассу, которая ведет к некоторым областным городам – Бежецку, Весьегонску, Кимрам. Ремонт моста обсуждается уже не один год, но только сейчас это стало реальностью. И хотя объект находится в собственности муниципалитета, областная власть подключилась к решению вопроса. Как заявил губернатор Тверской области Андрей Шевелев во время своей инспекционной поездки на Восточный мост, дальше оттягивать решение этого вопроса нельзя. Заключение дано на проектную документацию ремонтных работ, разработанную петербургской компанией «Трансмост». Сейчас проверку в госэкспертизе Тверской области проходит сметная документация. Сразу же после получения положительного заключения будет направлена заявка в Федеральное дорожное агентство на выделение бюджетного кредита в сумме 335 миллионов рублей. Срок ремонта по проекту 2 года. При этом он будет проходить без полного закрытия моста, будет лишь сужено движение. Отремонтированный мост значительно разгрузит другие переправы через Волгу от транспортных потоков. После ремонта сооружение, как говорят в администрации Твери, будет не узнать. Выделенные деньги помогут не только привести мост в надлежащее состояние, но и решить вопросы благоустройства по всей проезжей части от площади Гагарина до улицы Туполева. Капитальный ремонт был выбран не случайно. Реконструкцию в финансовом плане было бы не потянуть ни городскому, ни областному бюджету. Нужно было бы расширять пролеты, увеличивать высоту моста. Это, по сути, означает строительство нового мостового сооружения. Поэтому и нашли другой, менее затратный вариант, при удачном воплощении которого мост простоит еще 20-25 лет. По словам главы региона, останавливаться лишь на ремонте Восточного моста нельзя. Для полной нормализации дорожного движения и транспортных потоков Твери нужен еще один новый.